Новоизмайловский и Кузнецовская. Девушка, ехавшая на автомобиле Nissan Note, двигалась по Новоизмайловскому от Благодатной в сторону Кузнецовской улицы. На Кузнецовской улице хотела совершить поворот налево. Мотоциклист двигался по Новоизмайловскому проспекту от Бассейной в сторону Благодатной. В прямом направлении пересекал перекресток. Девушка, не пропустив его, совершила поворот, мотоциклист совершил столкновение. Мотоциклист в крайне тяжелом состоянии. Находится в реанимации. Женелидзе, НИИ скорой помощи.